Ребят, всем привет! Хочу записать этот видос больше, наверное, для себя, а не для вас, потому что этим агрегатом пользуюсь довольно-таки редко, приезжаю в деревню, в основном использую его осенью и весной, и забываю каждый раз, как включать, как правильно использовать. Поэтому пока сейчас начинаю. Первым делом переводим вот этот выключатель в позицию ON. То есть сейчас он выключен, перевели в позицию ON. Далее, вот здесь есть рычажок, вот, когда мы не пользуемся им там длительное время, пару раз подкачать топливо, то есть раз, два, качнули, все, у нас то есть топливо там, куда надо, поступило. Закрываем заслонку, обязательно закрываем заслонку. Так, этот регулятор в крайнем правом положении. Далее, переходим к вот этому тумблеру, не знаю, как называется, тут минимум масса. Ставим его на середину. Теперь, в принципе, все операции, да, сделали. Убираем вот это колесо, которое транспортировочное. Убираем его вот этой защелкой. Убрали, подняли колесо и зафиксировали в крайнем верхнем положении. Ну, или в таком, чтобы оно нам не мешалось. Ну и давайте попробуем произвести ровный пуск. Так, регулятор вверху у нас. Поэтому сейчас чуть-чуть в напряг зашли. Наверное, вот так вот. Запуск произошел. Далее открываем заслонку. Не успели открыть. Еще раз. И все, вот такой коротенький видосик на пару минут, как запустить этот агрегат в работу. Давайте, всем пока, хорошего настроения. Мир, труд, май всем. Давайте, удачи. Давай. Еще забыл один момент. Это вот этот вот плуг установить. То есть это был в транспортировочном состоянии. Вынимаем скобу крепления. Сейчас так. Вот она располагается здесь. Вынимаем шпильку. Конечно, легко ее вынуть. Вынимаем шпильку и устанавливаем плуг на нужную нам глубину. Вставили вот в отверстие. Теперь можно приступать к работе. Запуск. Всем хорошего настроения, если слышите меня. Удачи, всего самого доброго, а я поехал пахать. Так сказать, полевые работы. Давайте, до встречи.